Всем привет! Это Apple Easy Work. Тут все просто. В одном из первых видео я говорил, что все последние модели iPhone обладают хорошей влагозащитой. Однако хорошая влагозащита не означает полная водонепроницаемость. И если ваш iPhone попал в воду или полежал под водой большое количество времени, необходимо совершить ряд действий, с которыми вы ознакомитесь в этом коротком видео. Данный ролик обязателен к просмотру всем, у кого есть iPhone. Он поможет вам не совершить фатальных ошибок. Прежде всего, когда iPhone побывал под водой, не нужно бросать его в рис, высушивать под лучами солнца или горячим воздухом. Так вы ему не поможете. Для начала удалите лишнюю влагу, держа его разъемом Lightning вниз и слегка постукивая о ладонь. Потом оставьте девайс в сухом, проветриваемом месте. Для ускорения сушки можно направить прямо на разъем Lightning вашего iPhone струю холодного воздуха из фена. Ни в коем случае не подключайте промокший телефон к зарядке. Использование аксессуаров и зарядка во влажном состоянии могут привести к повреждению айфона. Подождите не менее 5 часов, прежде чем заряжать устройство с помощью Lightning кабеля или подключать к разъему Lightning какой-либо аксессуар. Коварная влага опасна не только своим попаданием в разъем для зарядки, но и в динамике. Через несколько секунд я расскажу вам способ удаления влаги из динамиков устройства. А вы, друзья, поставьте лайк под видео и напишите комментарий о вашем опыте погружения айфона под воду. В связи с блокировкой некоторых очень полезных видео, мы создали телеграм-канал. В него мы будем публиковать в том числе контент, который не пропускает YouTube. Подписывайтесь, там будет много интересного и полезного. Ссылка в описании. Заметно сложнее удалять воду из динамиков, потому что сама она категорически неохотно вытекает наружу. К счастью, в этом тяжелом процессе нам поможет Siri. По этой ссылке, она будет в описании, вы сможете скачать специальную команду для голосового помощника под названием Water Eject. Как только вы запустите данную команду, звук на частоте 165 Гц самостоятельно начнет выталкивать воду из динамиков. Подписывайтесь на канал Apple Easy Work, и у вас будет все просто.